Доброго вам времени, дорогие зрители. Новости у нас сегодня сериальные, симпатичные. Значится так. NBC продлили сериал «Гримм». Это радует, потому что сериал неплохой и интрига в нем еще предвидится. Хоть сам «Гримм» и розоват несколько. Да. Знаменитый еще Билл Кристал, человек-звезда оскаровского подиума, решил перебраться в сериалы. Ну-ну. 30 лет назад он уже как бы пробовался сниматься в сериалах, но утек оттуда в большое кино. А вот сейчас притек обратно. Интересно, надолго ли? Кстати, сериал будет называться «Комедианты». Если учесть, что Кристал сам актер комедийный, может получиться неплохо. Жаль, что выхода сериала придется ждать еще год. Знаменитые Лили Томлин и Джейн Фонда решили блеснуть талантом на старости и сыграть в сериале Netflix. Их совместный опыт 30 лет назад принес им тогда огромную популярность. Посмотрим, сможет ли этот случай быть похожим на тот. В сериале «Стрела» появится симпатяшка Даниэль Панабейкер. Теперь в сериале будет хоть на что посмотреть. Ладно, шучу. Сериал «Возмездие» вроде как стал обнадеживать. Если все пойдет так же, то Эмили наконец-таки вправили мозги. Надеюсь, появится смысл, а то уже потерялась главная линия сюжета. Самый кайф в том, что на экран возвращаются Том и Джерри. Ура! Обожаю этих проказников! Называться эта прелесть будет «Новое шоу Тома и Джерри». Ждем-с! Гадостный сериал «Ганнибал» пока не закрыли. Вышла 3-я серия. А жаль. Гадость есть гадость. И я вас сейчас напугаю. Готовы? Начинайте бояться. Хабенский сыграет русский вариант Декстера. Я лично уже в ужасе. На сегодня, пожалуй, все. Всем пока. А я побегу смотреть очередную серию «Сверхъестественно». Интересно же.